Да, вот это, наверное, то, что называется оптимизмом. По-моему, рыбачья в ванной, у меня было бы больше шансов что-то поймать. 20 июля 2019 год, Харьков. Где вода? Это место, это парк сквер Стрелка, место слияния двух рек. Куда все делось? Вот эта платформа, вообще-то, она плавает. На ней, на плавающей, проводятся концерты. Что-то с реконструкцией парка Стрелка пошло не так, сквера Стрелка. Ну, реконструкция, честно говоря. Пришел специально посмотреть, что же здесь сделали. Наблюдаю только то, что обнесли забором Андрея Первозванного, ну, в смысле его скульптуры. И, в общем-то, и все. Ну, мост влюбленных еще красят прямо сейчас при том. Удивительно. Такого обмеления я и не помню. Жуть. Thank you.